Дорогие мужчины, ну поймите вы, пожалуйста, что у женщин с машинами все намного сложнее, чем у вас. Я еду на своей пятнашке. Чувствую, что-то шуршит. Думаю, спрошу знакомого, говорю, что шуршит у меня там, не подскажешь? Думала, колесо. Он говорит, это подшипник задней ступни, ступницы, да ёб твою мать, ступицы. Это вообще что такое? Я думала, колесо. А это оказался подшипник со ступицы. Чего я сразу не догадалась? Он еще говорит, съезди, купи. Ты сдурел, что ли? Я даже выговорить не могу. С этими... Короче, все, я не поеду больше никуда. Все, все.